привет! Меня зовут Невзори, и добро пожаловать на мой канал. Вот и пришла к нам золотая осень. Надеюсь, вы готовы, что теперь, скорее всего, больше не будет теплых дней, если вы, конечно, не живете на юге страны или не живете вообще в каких-то других странах. Лично я живу на Урале, и мне остается только восхищаться природой. А также я готовлюсь печь вкусные булочки с корицей, готовить себе горячий какао, уютные фильмы, теплые посиделки, в общем, как-то так. А также готовлюсь к смене образа, и сейчас хочу вам показать мой осенний макияж. Сначала наношу увлажняющий крем на зоны, где у меня иногда появляются мимические морщинки. Консилер на круги под глазами и шрам под губой. Аккуратно растушую. Растушевываю кисточкой BB-крем. Немного выравниваю крем пальчиками, наношу бесцветную пудру и закрепляю тон, делаю цвет кожи матовым. Простите, но брови я так и не научилась нормально красить. Рисую форму бровей карандашом, а затем прокрашу коричневыми тенями. Приподнимаю брови бесцветным гелем. С моими светлыми бровями этого мало, поэтому прокрашиваю их сверху старой коричневой тушью. Ну а что, не выбрасывай же. Коричневые тени только в уголок глаза. И скошенной кистью опять прорисовываю уголок глаза, чтобы подчеркнуть. Немного блесток. Что-то их фигово видно тут. Простите, обычно это немного лучше выглядит. Просто эта кисточка ужасна. А покупать новую подводку еще рано. Как там модно? Не знаю зачем, но красиво. Нет, я не тычу тюбиком в глаз. Все окей. Это жидкий хайлайтер, и я высветляю им уголок глаза.
наношу румяна персикового оттенка. И еще немного хайлайтера на носик, скулы и над губой. Попытка изменить форму лица. Скулы можно не прорисовывать, их все равно нет.